Школьная задача. Ну да, хорошо бы ее снять. Хорошая задача. Давай тогда, наверное, прямо здесь. Значит, цветом неба избавиться от белого. Цвет неба в данном случае это белильца, голубильца, коричневильца. Будет такая красивенькая серость. Здесь ты ее, эту серость, можешь нашвырять как попало. Коричневый, голубой. То в пользу коричневого, то в пользу голубого, то плюс немножко розовинки. Есть там и такое. В небочке все это будет более разбелено, более светло. Здесь менее светло, с той стороны более светло. А здесь пускай будет просто вот такая никакость. Угу. Вот, уже эту никакость мы начнем выстраивать в геометрические образования. Вот такие геометрические, которые будут один другого заслонять. И сразу начнет появляться идея именно архитектуры. Тем более, что здесь она очень внятно выражена своими геометризмами. Вот прямо в эту макроватую среду, эту геометрику. Хорошо? Давай. Ну, а пока все, просто набрать кистью. Ну, да. Суховато. Суховато. Вещества. Влаги. Влаги. Потому что в этой сухомятке ты мастихином не поорудуешь. Чтобы потом в небе крупным, да, мастихином. А где картинка? А. Вот здесь клади. В небе крупно. Ну и здесь тоже, наверное, в начале крупно. Сухо, очень сухо. То есть влагу нашвырять. Может быть, даже подложим масло в разваритель, чтобы не так скоро стала краска. Краска становится, разбавитель из нее выдыхается. Масло льна. Поэтому ты сейчас еще и плюс масло. Хорошо? А, тогда у тебя... Просто масло надо пройти, да, и будет... Да, ну не так много, так просто чуть-чуть с маслом. Хорошо? Давай. Так. Ну, хорошо штрихуешь. Ну, хорошо. Бери голубой, коричневый мощнее и создавай не рядочки эти, а больше сначала создавай сами... Этот переход я могу сделать, там где туман. Вот так, раздавить сильнее, да. Раздавить. Просто раздавливаем. И вот эти поскорее. Синий, розовый будет фиолетовить, и ты кроме зеленого туда загони немножечко вот этой фиолетовиночки. Хорошо? Как раз будет вкусненько, разнообразненько. И стены вот эти коробочки набираешь. За каждым не гоняйся, сначала создай просто идею коробочек. Правильно. Не, а там уже расштриховать. Это мы край просто смягчили. А здесь все расштриховываем. Давим, чтобы оно... О. Ага, хорошо. Ну тоже мастихин напрасно держишь вот здесь. Все-таки держи его там, где ему прилично. Вот здесь. Угу. Вот эти даже мерцания, даже вот эта красочка, очень все уместно и любезно. Действительно, потом появятся густые проявления. Густые. Такими ломтиками. Будет. Ну, чуть-чуть потом. Появятся вот такие проявления этажей.
Тоже, да? Вполне этажики. Появятся теневые проявления домов. Боковушечки какие-то теневые. Ну и здесь достаточно много светло-серого для того, чтобы было видны потеки. Ну да. Потеки воды. Угу. Но пока не шпатлюй. Понятно, что хочется шпатлянуть. Прямо очень хочется. Но сначала ты просто должен сделать красивую геометрию этих домов. Не торопись. Вот как только ты увидишь каскад, красивый каскад этих геометрий, тогда и начнем уже формировать и плотное, и густое, и текучее. Хорошо? Угу. Смотри. Вот у тебя произошло несколько движений вот такого характера, которые ты не поддержал штрихом горизонтальным. И они сразу стали невкусными. Вот смотри, вот то же самое плюс горизонтальный штрих, и это все совсем иначе выглядит. Побольше вот этих наштриховок. Наштриховок. Вот они так выглядят домами, а так выглядят мазками. Мало ли, и так тоже. Да? Какой-то такой акцент, контраст для переднего плана. Где-то внятно. Синева какая-нибудь, голубизна. Хорошо. А вот эти потеки потом как? Потеки будем брать на тоненькую кисть, вкладывать и влагу. Вкладывать, и пускай создает себе эти канавки. Я не увлажу. Да, сейчас попробуем. Это разбавитель. Да, прямо разбавитель будем вкладывать. Посмотрим, что он нам выдаст. Разбавитель такие канавки делает. Если надо, по нескольку раз в одно место, чтобы он прогнал эту канавку. И он у нас потечет как миленький. Деться некуда. Причем структурно потечет, ты видишь, да? То как нам не надо. Посмотрим, что делается. Течет как родной. Ну так прикольно. Там тоже понес краску. Понес. Ну там блики просто на ней. Ну нормально, так же. Не, ну ты уже хочешь невозможно. Да. Но хочешь с белилами забрасывай. Будет белильня. Если что, взял потом и где-то противостал потоку. Противостал. Слово. Потом где-то, если что. Ну когда успокоится эта влага, возьмешь и противостанешь. Вот такой кардиограммкой создать идею дождя. Кстати, обрати внимание, вот я сейчас объедал, и получилось... Надо записывать ваше выражение. Подумали, что надо создать попурри моих этих высказываний в ролике. Маленькие такие домички дальнего плана. И раздавленность по... Да, вот дождливая раздавленность. Пройтись. Темный, да? Хорошо, такой глубокий темный. Давай так. Значит, понял, здесь у нас цельный кусок светлости. Прикольно.
Вот этот характер укладки тоже не забывай. Вот этот. Очень подходящий для нашего случая. Видишь, даже вот какая-то небрежность тоже уместна, главное, что она геометрична. Да, вот это даже смотрится лучше, чем вот это. Допустим, у тебя не смотрится это. Берешь, смотри, берешь и снабжаешь дополнениями. Смотри, теперь смотрится. Логично? Да. То есть просто густая краска, вот эти сегментность выразили. Сегментность. Посмотри, как она сразу создает интересные. Давай, центр нагрузить прямо этими. Здесь не может быть туда наклона. Здесь наклон может быть только таким. Значит, допустим, с этой стороны у нас свет. Только таким. И другого быть не может. Не-не-не-не-не. Не верь глазам. Коричневый на дальнем плане меньше всего нам нужен. Что это он там на дальнем плане? Коричневый. Коричневый очень теплый. И вдали любой коричневый станет. Хотя вот сейчас кусок, оставшийся кусок коричневого, здорово звучит. Жавенько звучит, здорово. Пускай же. Значит, понял, да? Это все должно быть ровненько. И коричневый на дальнем плане кричать не может. Вот не кричать может, а кричать не может. Просто приубрать. Здорово. Да, самое главное. Берешь, например, вот это. Оно? О. Да. Сейчас. Ой, ну это ж вообще. Игорь, просто бумага у вас в руках? Ну да, вот просто какой-то ровный срез. Ага. И вот поставил и потянул. Ну не везде, да? Да. А знаете, вот гигантские картины можно писать такие, да? Да, вот здесь так что-то. Подумай, если можно где-то подсунуть такое движение, тоже ощупай. Супер, можно. Как? Да, теперь можно. И даже эта разруха, ой, как красиво. Я не знаю, единственное... Ну, когда дома строят каскадом, да, вот такие они. Ну, да. А не слишком ли вот это вот какой-то свет, да, это типа получается... Мудришь, все очень нет. Хорошо, да. Да, это логично.